Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Продолжаем играть в Euro Truck Simulator 2 на карте Германии в масштабе 1 к 1 под названием Heilbronn. Сегодня мы будем трудиться на транспортную компанию ДВС. Значит, был у нас Манте Га БДФ, был у нас DAF95 от ХБС, это тоже БДФ. И вот увидел я такой замечательный Mercedes MP4 от автора Wilhelm XL, не знаю, неправильно, наверное, прочитал, но не суть. В общем, сделал высокую кабину Big Space и взял вот обычную шторку, называется этот прицеп Tirsan, также он модовый, вот тоже со скином DSV. Немножечко не цвет не совпадает, но это все фигня. Давайте запускать мотор. Тут особо разглядывать нечего, немножечко тюнинга. Я накинул у него вот такой пластиковый бампер. То есть это нифига не дефолт, это мод. Вот. Вот такой у нас красавец. Почему бы его и не взять? Давайте прогревать мотор. Так, подаем питание. Как видите, салон здесь далеко отличается от дефолта. Ну, как вам сказать, не сильно далеко. Ну, вот, например, вот эта текстурка очень классная в спальнике у нас. Ковер, так называемый, ковролин, да. Высокая кабина, поэтому у нас тут вообще просто шик, все шикарно, все круто, все четко. Коробочка автомат, но я поеду на ручке, потому что я автомат не хочу, не особо я его любитель. Хотя можно было бы. Тюнинг, конечно же, присутствует. Немножечко я подколхозил, как видите, совсем сдэцел. Стекло не стал загромождать. Все-таки машинка у нас, грубо говоря, новенькая. И не решился я. Магнитолка тут у нас. Качество, конечно, так себе картинки. Но да ладно. И я забыл поставить навигацию. Вот это я молодец. Вот все поставил, навигацию забыл. Ну, поставим, заедем, поставим. Ничего страшного, я думаю, не будет. Давайте тогда посмотрим карту. Да, кто не видел, я показываю. Вот вся карта. Путь наш сегодня будет из города Франкенбах, куда мы, собственно, в прошлый раз доехали, в город Ильсфельд. Ильсфельд он называется, если быть точнее. Вот. А навигатор меня опять, прикиньте, повел вот так. А я решил, а почему бы мне здесь не проехать? В тот раз мы не поехали, не рискнули, да? Я подумал, вдруг что, ну его нафиг. А тут я решил здесь, короче, проехать. Ну, не знаю. 19 км всего, поэтому, опять же, видосик минут 30. Я думаю, ну, 40 на крайняк. Если не будем долго разжевывать. А долго разжевывать мы не будем, так что давайте уже стартовать. Так, вторая передача. А нет, ребята. А давайте-ка сначала мы с вами заедем на СТО где-нибудь вот здесь. К примеру, чтобы я мог поставить навигатор. А можно даже вот тут проехать. Длиннее или короче? Конечно же короче. И как раз откроем новую дорожку. Пока поедем по навигатору игровому, так сказать. Ух, какие звуки громкие. Лошадок тут порядочно, по-моему, в районе 500. Через 200 метров поверните налево. Ага, так нам же подсказывают, точно. Я ведь забыл, что у нас Google есть. Привет, Google, кстати. Поверните налево. Но у меня есть такое свойство путать лево справа иногда. А нет, ребят, а это не пешеход. Показалось, что пешеход это велик. Турами ездит, пускай ездит. Значит, что я тут еще добавил? Я добавил аишный трафик джезикетовский, вот Беха, например, да, едет. То есть будет немножечко покруче на FPS, ну не знаю, будет не будет влиять, пока полтинник держится у меня в принципе. Так, а здесь у нас вообще 30 ограничения. Ну, давай поедем 30, нам-то чего, да? Да, пацаны. Кто не смотрел прошлое видео по данной карте, ссылочка будет в описании и по аннотации.
На перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Угу. Как я вот люблю кольца, просто всей душой. Можете, на съезд. Можете ознакомиться данными видосами. Вот. Также я накинул в трафик двойные сцепки, тоже JazzyCat, тоже все в описании. Вот это у нас это полуприцеп. Нет, двойная сцепка, БДФ-ка прошла. Также накинул Next Gen графику. Реалистик решил убрать. Посмотрим, как это будет графа. Если что, вернем обратно реалистик. Потому что ставить решейт, это все, наверное, это будет крах сразу моего FPS. И так-то местами просадки бывают. На видосе на втором я посмотрел. Ну так, качество так себе, конечно. Но с дивана смотреть, я думаю, самое оно будет. Вот. Также к Мерсу, ребята, кто будет качать Mercedes, кто захочет покататься, будьте особо внимательны. К нему нужно еще пару модов. Это все написано на странице с модом самим. И опять на желтый погнал. Так что читайте внимательно, какие моды нужны. Там обычно ссылочки всегда оставляют. Можно скачать и установить, больше не париться с этим. Все это нужно для корректной работы, так что тут по-любому нужно. Что я нашел из косяков здесь, это у меня происходит вылет, когда выбираешь BDF шасси. Это тоже одна из причин, почему сегодня не BDF. Ну, я соскучился по шторе. Думаю, надо, как так сказать, вспомнить старое. Ну, кто старое вспомнит, тому, как говорится... Ой, сраку, так что вспоминать старое мы не будем сегодня. Естественно, я играю на руле, с трекером, с ручкой, кто еще не в курсе. Теперь вы все знаете. Про карту я уж вам рассказывал, да, в прошлых видосах. Так что, думаю, еще раз одно и то же пересказывать не имеет смысла. А как-то, смотрите, стало получше. Вам не кажется с этой графикой? Не в плане производительности, а как-то цвета, что ли, стали помягче, как-то текстура дорожки поменялась. Ну и FPS стал чуть пониже. Так, давайте круиз. На Мерсе на этом я не ездил миллион лет вообще, наверное, по четвертом. Я, наверное, последний раз в мультиплеере катался когда-то давным-давно. Еще на Ютубе тогда ничего не делал. Наверное, вот тогда и был мой крайний раз. Надо же все-таки что-то новенькое для себя открывать. Так, давайте-ка вправо. Кто его знает, что тут в Германии творится, кто здесь ездит. Так что мод, в принципе, хороший этот на Мерс. Могу вам посоветовать, кто любит такие вот Мерседесы новые. Я небольшой любитель Мерса. Но вот что-то захотелось новенькое. Ну вот они, двойные сцепки ходят. ПДФ-ки. Да, вот смотрите, просто идет тандемчиком. Без прицепа, одиночка. Колеса, опять же, от 50 кеда. Тут безоговорочно, Гудиер. Полтинника, все как надо. Наклеечки, это все идет с мод. Но вот немножко не надо. Вроде как смотрится нормально. С правой стороны. Затем поверните направо. С ДСВ с этим. Поверните направо. Почему бы и нет? Дай мне успеть. Зараза, не дал. Прицепу там он автономный, он покупается, он имеет 5 скинов, так что можете что-нибудь себе выбрать. Вот, скачать и покататься.
загружены мы с вами бочками 9 тонн, там уже логист звонил, кричит, орет, ругается, матерится на немецком. Я все равно не понимаю, так что мне, в принципе, по барабану, что он там мне пытается доказать. Я еду, как я еду, и все, и в рот я всех пилю вообще. На перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. Сверните на съезд. Звук поворотников неплох. Нормально все, нормально. Через 200 метров поверните направо. Поверните направо. Этот видос я записываю вот просто на следующий день. Я те два видео сделал. Фу, блин, вот фиг теперь поймешь. Есть кто сзади? Смонтировал, залил в YouTube, но выкладывать я их пока не буду. Один видос, как я и говорил, в начале июля выйдет. Навигация. Ну, вы, соответственно, уже видели. И первый, и второй. Если не видели, то, конечно же, смотреть бегом. Вот, так что я даже не знаю насчет комментариев ваших, что вы там мне писали. Но в дальнейшем, если вы их писали, я надеюсь на это. Давайте уберем, наверное, эту штуку. Поставим GPS-ник сюда. Да? Ну, опять же, время мы потеряли чуть-чуть. Ну ладно. А, заметил сейчас такую тему. Поверните налево. Руль восьмерки крутит. Руль крутит восьмерки. Это, конечно, минус. На перекрестке с круговым движением сверните на третий выезд. Это, конечно, минус. Но, надеюсь, поправят. Сверните на съезд. И чё ты меня повел? Обратно хочешь сказать? Ах ты, зараза! Я думаю, чё-то я не туда еду. А ты гад, а? Куда меня повел? Вот сволота. Я-то думал, здесь проеду. Ну ладно. Хрен с тобой. Через 200 метров поверните направо. Запутать меня хочет, зараза такая, а ты понимаешь? Поверните направо. Я уже знаю, что еще желтый загорится, да? Но я бы успел, на самом деле. Так, ручничок, а то мало ли укатимся. Конечно, хотелось бы еще вариант такой, чтобы вот то, что бежевое, тоже становилось белым. Но тут в любом салоне, если выбираешь салон, здесь везде бежевый такой. Да. Но тюнинга здесь хватает, на самом деле. Каждый для себя найдет что-нибудь. Скины конкретно идут, насколько я понял, с прицепами, именно с вот этим кирсаном. На развилке держитесь правой стороны, затем сверните на съезд направо. Разные там есть, я не помню по названиям. Сверните какие на съезд направо. Красные, зеленые, желтые, в общем, также вот дублируются скинами на грузовиках. Как-то так, ребятушки. На развилке держитесь левой стороны. Чувствуется, что машина здоровая. Так, отстроим трекер. На знаке 70, движение прямо. Нам 60, но мы грузовик, так что нам 60.
60, давай еще. Так, во, 61. Ничего страшного, на 1 км если превысим. Вот так лучше видно. Ну неплохо, неплохо на самом деле. Жить, как говорится, можно. Продолжайте движение прямо. Продолжаем. Ну вот так вот все вот по-немецки. Домики вот эти. Все так чисто, чистая Германия. Что с названиями проблемки? Штутгарт. Опять Штутгарт. Нам-то туда не надо. Боюсь, без навигатора я бы тут сошел с ума просто. Давай-ка вправо примем. Что-то трафика нет. А времечко-то сколько в игре? Вечер. На развилке держитесь левой стороны. Также я накинул дождь сюда. Там звуки дождя, дождь какой-то новый. Вот надо будет нам как-то это протестить. Быть может, в следующем видосе каком-нибудь. Правда, выйдет он не скоро, скорее всего. Но я думаю, за месяц что тут поменяется? Если что-то обновится, добавится в игре, то хрен с ним. Новая версия, мне кажется, не выйдет. Что касается модов, то тут только ждать, так что будем этим и заниматься, ждать, как все выйдет. Ну смотри, но я вот успею под зеленый, ведь должен успеть. Даже я перестроюсь. Давай попробуем, да? Не превышая скорость при этом. Вот получилось, наконец-то. Зеркало, конечно, это убогое, блин, когда оно вообще. Лопата такая здоровая. Может, кому-то и удобно, мне так оно вообще даже нафиг здесь не надо. Честно, даже не знаю, в реале есть такие. Чтобы DSV был, Mercedes-Benz, либо 4-й со шторой. Ну как-то так смотрится, знаете, посредственно. Ну мне нравится. Мне нравится. Прикольно. Еще есть какой-то навигатор, он ставится как бы вот сюда, где у меня кружка, точнее нет, где у меня спрайт стоит над ним. Но это вообще будет неудобно, на мой взгляд. Ну вот так вот поворачиваться и смотреть. Мне-то может и полегче, у меня-то трекер все-таки. Мышку я не трогаю, и кнопки тоже не трогаю. Мука. Все, на круизик, ноги в окно. Вот она, Германия. Такие домики. В основном. Давай подкинем жару. Даже не знаю, на следующий видос что взять. Надеюсь, уже моды-то подобновятся немножко. Что-нибудь да придумаем. Какого-нибудь грузовичка, прицепа. Потому что сейчас не очень много модов под 1.35. Чтоб вы понимали, сейчас 30 июня 2019 года. Так что у меня пока мало модов. У вас в будущем, может, там и больше.
Черт его знает. Так, ты тормози, не гони. Вот, ребята, вот такого я хочу в игру. Вот это был бы вообще кайф. Несбывшаяся мечта, так сказать. Можно и на пустышечке поездить, можно и с прицепчиком. Конвой, конвой попер. Конвой. А мы сами по себе. Надеюсь, вам понравится, что между видосами по ОМСе будут выходить еще вот такие покатушки в Евротраке по данной карте, а других нет у нас. На развилке держитесь правой стороны. Ага, я понял. Тупил. Поля, поля, немецкие поля. Вот этот мод на летнюю окружающую среду, вот эти кусты, это же от него, я так полагаю. Мне кажется, этого в карте нет. Ну, точнее, там есть, но кусты другие, наверное. Что-то я даже не в курсе за эту тему. Сейчас стараюсь на все карты что-нибудь пихнуть такого для улучшения, потому что сейчас уже играть в игру без пару десятков модов просто нереально. Просто нереально. Вот у меня сейчас вот именно папка с модами для этой карты весит чуть больше 10 гигов. Чуть больше 10 гигов, и это чисто, чтобы хотя бы немножко улучшить игру. Хотя бы чуть-чуть. Чтобы можно было худо-бедно поиграть. В интерес для себя и что-то показать вам. Так, перепутал круиз. Что касается других карт, там моды у меня весят куда больше 10 гигов, где-то 10-20. А в общем, я даже не представляю, даже не смотрел, сколько в общем весит. У меня папка с Евротраком в документах, там, наверное, вообще гигов 100, побольше даже того, наверное. Не считая Америки, потому что от Америки я пока что отсекся, так сказать. На развилке держитесь правой стороны, затем продолжайте движение прямо. В Америку пока не играем, пока не играем. Чуть как-то все продолжайте странно. Продолжайте движение прямо. Вот опять косячок. То есть карты, то нет карт. Тоже разработчики зачистили что-то с версиями. Ладно, мы хоть что-то существенное в игре менялось. Но ведь... Ладно, не будем об этом уже и так. Каждый мой стрим — это вот обсуждение наших разработчиков любимых. Давайте хотя бы здесь. Будем устраивать нервотрепку нашим нервам из того расшатанного, а просто спокойненько покатаемся. Можно же иногда взять, расслабиться и просто прокатиться. Взять свой любимый руль, сесть за него и начать рулить. Вот Германия-то какая у нас. Не, ну круто. Красиво. На развилке держитесь левой стороны. Затем поверните налево. Понял тебя, услышал. Поверните налево. Прикольное место.
Прикольное место такое тут. Да, реально пешеходов не хватает, хотя галочка у меня стоит. Сразу бы добавила вот прямо живности, живности, красоты, реализма сразу бы просто. Плюс 50 к реализму. А чё кра... А, блин, здесь же ведь всё с точности да наоборот. Ладно, спасибо, чувак. Да не гоню я, не гоню. Просто с непривычки. Привык на старых-то грузовиках, что там надо кочегарить до последнего, иначе в жизни никогда не приедешь. Заработаешь только грыжу, горб и гроб. Если будешь ползти. Так, горочку на круизе. Берется. К-30-ку держит, 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 смотри. Нормально, нормально. Брызговичками, с наклеечками. Все красиво. С этой высокой кабиной вообще мощно, конечно, смотрится. Пенюшечки у меня здесь 65, и он не пищит. А, ну здесь можно, наверное, и больше, потому что знак был 70. Продолжайте движение прямо. Что-то как-то вот по этой дороге скучновато. Сразу там было круче, там было круче. Здесь не то, не то, ребята, не то уж, больно все. Леса, поля, этого мы и на России с нами насмотрелись. Продолжайте движение прямо. Такая работа у нас. О, как душок поскакал. Что-то был какой-то такой мод MantaGL. Продолжайте движение прямо. Не помню, почему он мне не понравился. Какие-то были у меня к нему вопросы. Короче, не зашло. С внешки вроде бы как и ничего. А в салоне, по-моему, там были проблемы определенные. Вот, если кто-нибудь взялся, считайте, что внешка у вас уже есть. Так, что еще? Вроде ничего больше не добавлял. Ну, грузовики там кое-какие, это все пока, ладно, трогать не будем. Грузовики, прицепы, это я пока буду думать. Что можно еще подснять? Продолжайте движение прямо. Что можно еще подснять такого? Ну, вон там вообще жесть какая-то, конечно. Да, это минус. Это сразу минус за какие-то куски торчащие. Не знаю, то ли он строит так, чтобы ему побольше расстояния лишь бы было, то ли не замечает просто этого, то ли просто комьюнити карты
настолько маленькая, что они могут этого, ну, как-то донести до автора. А может, ему просто посрать, не знаю. Не знаю, лично я с ним не общался. Так, а мы с вами приехали. Ильсфельд. На перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. Экскаватор тут стоит. Сверните на съезд. Блин, так узко тут. Чё, менты крепить опять приехали меня. Продолжайте движение прямо. Ну вот что касается городов, очень классно. Очень классно. Про что я и говорю, что вот не хватает вот пешеходов. Как будто город вымерший, пустой, или как будто мы едем, не знаю, в 4 часа утра. Ну вот как вспомнить видосы про Германию, ну я имею в виду дальнобой в Германии, например. То да, похоже, похоже. Действительно похоже. Нам штраф дали. Нифига тут, смотри. Ну я сюда-то, конечно, не пролезу, если поеду обратно. Я вот так даже не знаешь, а есть там кто, нет там кто. Ну, может, в эту дырку что-то и видно. Тихо, не надо так делать, а то все. Не работает, да? Да, не работает, слава богу. То бы я сейчас тут опять нарушил. Дорогу делаю. Блин, захотелось в Германии побывать. Просто побродить, погулять, посмотреть, что тут и как. Почти приехали, ребятушки. DHL стоят. Можно и DHL покатать. Собрать цепочку какую-нибудь. Ну, смотрите, тут как бы дорога идет проселочная. Можно обратно поехать по ней, если можно будет. На развилке держитесь левой стороны, затем поверните налево. Вдруг нам выпадет шанс ехать обратно. Так, наш поверните светофор... налево. Я понял, наш светофор слева, да? То есть мы вот так должны встать. Прицеп у нас, ну, чуть-чуть торчит, можно. Так. И поворотник включаем. Так, тут красный, там красный. Ну. Передачу воткнем. Ага, пошел процесс. Мне пока нравится. Вот опять говорю, но мне пока нравится. Пока не надоело. Через 200 метров поверните налево. Добренько, добренько. Все, ребята, пишите, как вам. Снимать, поверните, не снимать. Налево. Я приеду, все прочитаю. Не светофоров туда. И ваши комментарии, все ваши комментарии я учту. И, возможно, буду еще снимать. Фуры, фуры, фуры. Дафы, дафы, дафы. Вступайте в мою группу ВКонтакте обязательно.
Там можете прислать скриншоты своих сцепок. Вот, буду рад видеть. Все оценю, посмотрю, отпишу вам комментарий свой. Ты ж как сплошная, блин, и здесь фуры стоят. Ну а им куда деваться-то с другой стороны? Так, вот наша выгрузка. В этот раз повезло, да, в этот раз для нас. Мы прибыли к месту назначения. В этот раз для полуприцепа прям. Открывай, дядя. Вот также в группе анонсы видосов и стримов. Также я скидываю туда фотографии грузовиков, машин, там прочей техники, всякие видосы различные кидаю. Вот, так что вступайте, будете в курсе всего-всего-всего о канале. Так, что мы здесь делаем с вами? Что мы здесь делаем? Так, морду мы вправо можем сунуть? Немножко можем. Нам бы здесь развернуться в идеале и попочкой уже туда. Сказал как-то так, как этот самый. Ладно, не пойми, не подумайте там ничего такого. Нормальная ориентация. Да не, классно смотрится. Классно смотрится, оставлю. Продавать не буду машину, так и оставлю. Да, давайте так и сделаем. Хочется сделать парковку. Не знаю, видос может и подольше получится. Я любитель реализма, как бы автоматические парковки и не особо люблю. Но иногда просто бывает, что ты вынужден так делать. Например, там поворотная ось на прицепе или вообще не может заехать. Нервы, псих уже берет. То иногда и грешу, конечно, автоматом. А так стараюсь всегда сам. Тут главное не торопиться. Да, вот проверено уже, сколько раз было на стримах такое, что торопишься, нифига не можешь. Ну надо просто посмотреть обстановку. Хотя ладно, в принципе я понимаю, что там. Тут видишь, еще прицеп стоит. Но многие ведь любят смотреть, как паркуешься сам, просто вот залипать на это. Я и сам люблю смотреть, как кто-то паркуется, что-то для себя узнаешь новое. Так, нет, сори, но я выйду и посмотрю, потому что я так не могу. Блин, я смотри как. Вот. А мне казалось, что у меня вот здесь прицеп. Оба. Ладно, давай еще раз попыточку. Так, ага, во, все как надо. Все как надо у нас получается. Ага, так, ладно, лучше туда, чем в прицеп впилиться. Так, не задену. Вот, а морду мы сюда, по идее, можем сунуть. Там можно еще чуть-чуть назад, но не буду, иначе плохо станет. Лайк, если у тебя хорошо встает. Так, вот оно, вот так вот у нас. Потихоньку, помаленьку, не без косяков, но получается что-то, смотри. Сейчас мы заедем, вообще красиво будет, да? Опа. Все. Сдаемся. Что там у нас, нормально, ненормально получилось? Так, да, все окей. А вот и дождь пошел. Ну что ж, друзья, всем большое спасибо за просмотр.
Мне пока карта нравится, грузовик тоже, по грузовику что сказать могу, руль, да, надо поправлять, восьмерку, это так не круто. А так, в принципе, в целом, ну, лог был у меня краснючий, сейчас желтый, это вон все по прицепу в основном, так что хрен с ним, работает, не вылетает и хорошо. Все, всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки или дизлайки. Кто как хочет, тот так дрочит. В общем, подписываемся на канал. Огромной удачи, всем счастливо и покеда.